это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. О боже, ты что, тормоз? Я это сделал, я крутой. О боже, ты мой герой. Дай-ка понюхай. Я хочу хэллоуин. Я хочу хэллоуин. Ням-ням-ням-ням-ням. Welcome to the club, buddy. Есть пробитие. Я хочу хэллоуин. Да, сука. Сука. Такой, сука, дурак. Я хочу Хэллоуина, ничего. Я хочу Хэллоуина. Я хочу его. Аха, какие же у тебя ручки, соломинки? Я бы их просто пальцами переломил пополам. Какой же ты, конечно, скуф. Да? Вот и думайте, зяблы. Настоящего деда уже давно нет в живых. И вот это непотребство в маске показывает себя на веб-камеру и транслирует это в интернет. Дися, снимай маску, заговори пенным голоском. Блять, как дал бы нахуй. Шо? Да блин, где можно найти вариант получить бесплатные скины в КС-ке? Чувак, так тебе на Epic Drop. Там есть временная бесплатная мини-игра с разминированием бомбы. Перерезал проводки на бомбе правильно, получил приз. Скины, кейсы, промики и другие бонусы. Играть можно бесплатно, раз в час, даже на твоем телефоне. А за накопленные победы можно фармить вот эти геройские кейсы с вот таким халявным наполнением внутри. Просто за то, что играешь в мини-игру на уроке, или, я не знаю, в туалете. В общем, найдешь ее по ссылочке снизу. Там же еще и промо на 15%. Советую поставить ролик на паузу и проверить все самому. Дед, ты шо жиром заплываешь? Живот, сука, висит. Ольга больше на тебя не смотрит. Иди мотоблок собирай. Это не живот, это кубики. Это у меня просто она маленькая в обтягу. Она маленькая мне. Я наоборот похудел, вот я, соса. Смотрите, у женской нежности волосы до плеч висят. Придурок. Твич фиксируй балбеса гаражного. Можно сделать с ним такой мем и отправлять ему, когда будет рассказывать про поколение дебила. Трэш-стример. Сейчас я вам покажу настоящего скуфа. Вот, смотри. Вот так скуфы одеваются. Вот, смотри. Вот так вот. Вот такие вот. Так вот ходят скуфы как раз. Вот так, смотря. Маслоры, нападай, черт. Давай. Здорово. Нападай. Медиатруп с онлайном нулевым. Боже, ебать ты теплый. Что не стрим, то помойка. Чел час стримил редактор персонажа. Неудивительно, что ты медиатруп. Го в зоомбу. Все ждут. Чат, кто за зомбу? Ща он женскую кофту наденет под женскую косичку. Итак, представь. Ты идешь спокойно по улице, и тут так, навстречу ладно, он идет скуф. Он еще и не фуф. Твои действия. Позор, и тут скуф приближается. Еще и мимолерц отрубил. Приближается Падла к тебе скуф, старая. Твоя реакция. Морщины твои размножающиеся, сидим считаем. Идет скуф к тебе, чел. Подбегает к тебе скуф такое. Твои действия. И тут идет скуф.
скуф подходит. Твои действия. Защита или нападение? Кому 31, девочка? Это был увлекательный аттракцион! Я так не сосал! И ты, и он! Как же это все прекрасно было! Пососать хуёк! Дедуль, тебе надо майку с большой буквой К на груди. Скуфи! Человек-колосок. Суперспособность. Ослепление противника белизной своей ножи и возможность пролезть в любую щель. Ножки такие тоненькие, беленькие. Ты на улицу выйдешь, тебя первая чихуахуа придавит, оттрахает. Позор. Мимолерц в руби. Старость вонючая. Как твои дела, скажи ты мне, малыш, и не стесняйся. 34-го года женщина. Она скуфка. Как заболела. Твои дела, скажи, почему постоянно ты мне не отвечаешь? Как твои дела, ну как твои дела, малыш? Я хочу пиццу.